придя в себя, я когда это увидел, чувствую, что мне ничего не болит, уже я осознал, где я осознал и раньше, но я чувствую, что я живой. Я с трудом выкарабкался. Конечно, за вещи тут уже нечего говорить, что вещи остались, выгнали всех без клумаков. Кто в чем был, тот и выгнали. Я выкарабкался с этой ямы и оглянулся. Увидел невдалеке огоньки. Не сильно светло, но огоньки заметил. Я выполз и, отряхнув немного себя, я почувствовал, что я мокрая у меня одежда. Одежда, в которой я был, мокрая. Оказалось, одежда была в крови, но не в своей, видимо, от убитых. Значит, в темноте я пошел, еле-еле, но придя в сознание, на огонек, первый попавшийся. Ни одной живой души не было, когда вы вышли из этой ямы, выкарабкались. Ни одной души в это время, когда я выкарабкался, не увидел в этой яме никого. То есть вы в это время вышли, вылезли из этой страшной ямы один. Я один вылез, да. Людей перед убийством не раздевали, не отбирали вещи, ценности. Людей перед убийством у нас, именно у нас, за остальные этапы я не знаю, ничего не отбирали, абсолютно ничего. Но фактически то остались вещи там, но часы ни у кого не было, мы по дороге там отдавали, русские просили, украинцы. Вот, мы были в одежде, одежду не снимали. А что по дороге вот местные жители, просто зная, что вас ведут убивать, просили часы дать, Правильно, да, просили вы вас, отдавали? да, причем они нам говорили, даже были такие вещи, что говорили вас на украинском языке, вот, на русском, что вас ведут убивать. Были и такие, что плакали, вот, все равно, что у вас есть из хороших вещей, ну там, можете снять себя, либо часы, либо кольцо у кого было. Вот. Многие отдавали. Отдавали просто за так, потому что они прямо сказали, что нам было делать. Вот. Что это были за огоньки, на которые вы пошли? Приблизившись к огоньку, я увидел, это были хаты, которые были на краю села.